приветствую. 13 апреля Салана. Вот такая вот Салана на часовике у нас идет. Сана. Вот такие вот объемы. Онлайн-презентация произошла на Twitter и YouTube, а также на официальном сайте проекта. Ну, там множество функций, первые веб-3 смартфон. Давайте посмотрим, как это вообще будет на рынке, как она будет себя чувствовать, как будет себя чувствовать этот смартфон. Я не знаю, можно после презентации зашортить, наверное. Это мы еще посмотрим. Вот. А посмотрим, давайте, что будет из себя представлять вот этот вот смартфон. Смартфон. Сейчас мы посмотрим. Ну да, смартфон Saga. Saga. Смартфон. Что ты из себя представляешь? Смартфон Saga. Ну, кстати, ничего такого особенного нет. Ты вас во всяком случае идет вниз перевернутый. Он $1000 стоит. Так. Хеба союз с кем-то будет, но это она не считается перевернутая. И этот как его? Сейчас скажу, как его. Эвас. Эвас перевернутая. Ну, на ровно так оно. Ничего такого особенного. Хайп. Наверное, хайп. Будет союз с кем-то. Ну, во всяком случае, этот союз. Там с кем-то они будут, наверное, соглашения какие-то подписывать. Но так суби проект. Так, смотрим. Будет ли это приносить рост самой Саланы, вот этой вот презентации. 13 числа, да? 13. Сегодня. Ну, да. Ну, кстати сказать, да, небольшое что-то будет какое-то на уровне чаш, на уровне пажа. Она будет удача в начинании. Ну, только в начинании. Этот проект я имею в виду по смартфону. Мы смотрим сейчас еще сначала смартфон. Ну, смотрим. Так. Вот на руке смартфон. Иду бреду, не знаю куда. Снятие какой-то магии бытовой, какой-то фарш, перемалывание. Это все будет. И банк. Ну да, как и на рунах. В общем-то, нету. Только вот здесь вот трансформация, но я не знаю, конечно, как болезненная. Но так будет снятие какого-то магического воздействия, возможно, даже на этот проект. Ну, по банку и по сохранению каких-то инвестиций это не очень. То есть, он будет стоить такие, $1000 первый смартфон. Но сам по себе он не очень такой будет. Не очень такой будет. Да, начинание, шут, дурак. Открытая дорога, прямое положение. То есть, как будто вот только что родился и идет ведомый своим ангелохранителем. Куда идти этот смартфон? Ну да, ухода с рынка этого смартфона не будет. О, будет какое-то соглашение. Вот здесь вот, кстати, сказать. Да, вот типа как союза, да. Соглашение. Возлюбленные будут выбирать. Вкусить или не вкусить плод. Ну, не так плохо. И рыцарь будет этих. Такой активный по стихии. То есть такой активный по стихии это огонь. Активный рыцарь такой, боевой. Ну, достаточно такой серьезный, да. Борьбы очень сильно не будет на рынке. Но будет потом башня для смартфона. Башня – это, в принципе, принципиально трансформация, но... А, башня! Ну, для него это благоприятно. Это какая-то старая иерархия смартфонов уйдет прочь, да? Уйдет прочь с рынка старая иерархия. Так, далее смотрим. Будет охранять свои позиции. Вот этот вот смартфон. Ну, почему-то по перевернутой чаше. Императрица не будет ему содействовать. Разбитого корыта не будет. И перевернутый мир закончится. Ну, еще что-нибудь это. Еще что-нибудь, какой-нибудь смартфон. Да, маска или кто-то еще запустит. Так, давайте смотрим, посмотрим, значит, саму Салану. Как ту. Это мы смотрели смартфон. Ну, так, ничего особенного. Новинка есть новинка. Салана. Это мы Сагу смотрели, да? Смартфон Сагу.
А сейчас мы будем смотреть саму монету. О, боже. Ну, как всегда, здесь пятерка. Мечи. Ну, стихия. Да. Ну, в данный момент времени пятерка мечей — это очень сильное разочарование, потеря, здесь опьянение Одиссея, его отравили, короче. Без руля и ветрил. Куда ветер подует, туда и она дернется. То есть там по хайпу будет или почему-то, то есть или по маркетмейкеру, или же даже его нету маркетмейкера, я уже, она мне просто лежит, это самое, ну, все. На дне купленная. Я помню, даже сейчас она торгуется. Я помню, даже я ее сливала по 150, что ли, долларов. Не помню уже, давно это было. А так, потом перезакупалась, и потихонечку она лежит. Так, и что у нас здесь? И здесь все-таки удача будет в начинаниях. То есть она немножко порастет сейчас, Солана, на этой новости. Угу. Как она будет реагировать, сам не токен, а сама монета Солана на эту новость в смартфоне? Ну, если рынок будет бычий, то чего бы Солане не порасти? Хотя она принципиально она такая дама капризная. Шортить в свое время было ей очень сложно. Так, ну давайте посмотрим. Во время хайпа что будет с монетой? Да ничего такого. Или что-то император от нее отвернется. Дама кубка будет перевернута. И солнце перевернуто. Хотя она Солана солнце. Пресыщение уйдет Соланы. И все это закончится поддержка какого-то иерофанта. Нет, будет какое-то вот очень такое сильное лицо, которое там сидит в Солане. Говорит, кто-то говорит, крупный Трамп. Нет, у Трампа там были в свое время эти дела. Вот. Что у нас? Один старший аркан перевернут, то есть кто-то там под нее копает. А потом, значит, что у нас? Солнце перевернуто, это нормально. То есть это неплохая позиция. Кубки перевернуты. Будет ей кто-то покровительствует. Кто-то, какой-то крупняк там в этой Солане. Ну, в свое время Мелания там через Солан делает. Трамповская Мелания. Ну, такая вот клиническая картина по Солане. Будет. На неделю она будет расти. Будет ли рост в связи с этим событием, со смартфоном? Пампится. Ну, вообще, она будет входить на новый уровень или завершение какой-то этой. Ну, то есть по миру это завершение. Новый цикл начнется у нее, и будут очень скандальные какие-то новости, такие будоражащие. Здесь будет юстиция перевернута, как это в незаконной сделке. И какой-то по восьмерке мечей. Ой, по восьмерке кубков какой-то этот будет. Кто-то уходить. Будет выходить ли он из нее? Да, смерть трансформации. В общем, очень такая интересная ситуация будет. Кто-то закупался, допустим, кто ее там закупался совершенно по низким ценам. Здесь, значит, снятие каких-то этих рубежей. Будет новый цикл. В новом цикле будут будоражащие новости. С перевернутой юстицией. Да, с перевернутыми законами. И придется кому-то, наверное, по этим делам выйти. И будет трансформация смерти. Все. Благодарю за внимание. Я желаю вам всем профита, удачной торговли. Рынок очень сложный сейчас. У нас, конечно, обстановка вообще очень сложная. Всех благ. До свидания. Sweet dreams have you, no worries behind.